Одна из амурских здравниц стала более комфортной для отдыхающих. В санатории Бузули накануне открыли новую столовую. Помещение построили по всем современным требованиям, а главное, что пройти туда теперь можно будет прямо из корпуса по теплому переходу. Яна Лисовая побывала на открытии и поняла, что хорошо отдохнуть и подлечиться можно, не выезжая за границу. На открытии столовой в санатории Бузули все как и положено. Красная лента, торжественные речи. Ведь для санатория главное его посетителей – это настоящий праздник. Раньше столовая в санатории располагалась в отдельном деревянном здании. Теперь это новое помещение, построенное по самым современным требованиям. В санаторно-курортном бизнесе столовая занимает очень большую роль. Вот год назад мы начали ее строить, чуть более года мы ее сегодня построили. У нас улучшение качества услуг – это самое главное. И клиент, самый взыскательный клиент, который к нам будет приезжать, он должен быть доволен. Теперь попасть в столовую можно прямо из жилого корпуса по теплому коридору. Официанты и повара и сами говорят, работать в таких условиях стало намного лучше. Изменилось многое. Ну, там деревянное здание было старое, а тут-то у нас красота. Тепло, красиво, хорошо. Теперь здесь есть даже специальный лифт, который перевозит посуду и блюда. Современная раздаточная лента плюс новое усовершенствованное меню. Здесь каждому отдыхающему свой особый подход и особое меню. Поэтому посетители санатория уверяют, чтобы хорошо отдохнуть, не обязательно ехать за границу. Все лучшее рядом. Я согласна, что можно хорошо отдохнуть в Амурской области. Вот именно дома, на Бузулях. И сюда я возвращаюсь уже второй раз. Мне очень понравилось. В прошлом году понравилось хорошо. Очень хорошее обслуживание, очень молодцы медсестры, девчата в столовой. Лечебная очень хорошая, это самая база, очень хорошая база. Мне так помогло, мне так сильно болят ноги, вот и я вернулась второй раз сюда в этом году. И лечебная база очень хорошая, просто очень. И обслуживание все добрые, все веселые. Очень, особенно столовой, вот это понравилось, чудо. Лечебная база – отдельная гордость санатория. Из года в год оборудование и технологии совершенствуются. Мы лечим 4 профиля. Это опорно-двигательный аппарат, система кровообращения, эндокринная система, нервная система. Ну, санаторий у нас новый, поэтому внедрены современные методы лечения. Это внутрилазерная обработка крови, озонотерапия, сухие углекислые ванны. Поэтому приглашаем вас на отдых и лечение в наш санаторий. Яна Лисовая, Кирилл Захаров, Новости дня, информационное агентство «Порт Амур».